А вы знали, что в переводе с греческого гортензия звучит как вода и сосуд, поскольку плод похож на чашку. Известно 23 вида гортензии, среди них есть зонтиковидная, достигающая высоты до 9 метров, и дуболистная, у которой осенью листья становятся винно-красными. Из-за того, что эти цветы не издают аромата, на языке цветов викторианской эпохи они означали холодность и хвастливость. Но тем не менее они долго не вянут и поэтому очень популярны.